Добрый день, друзья! Игорь Жабский представляет. Я лечу на воздушном шаре. Сегодня 21 сентября 2000. Я в Изумрудной долине. Вот тут такой аттракцион нам. Полет на воздушном шаре. Пусть не высоко, потому что ветерок и людей много, но тем не менее. Полетаем. Нас вот ждут внизу люди. А это Изумрудная долина. Сейчас я вам покажу нашу гондолу, аппарат, который насыщает. Вот он, аппаратик. Летает. Изумрудная долина, как на ладони. Погода хорошая. Иногда, конечно, ветерок. Порывами. Вот народ нас ждет. Он для вас позирует, смотрите, какие он это называется. А, вот. Слева, слева. Вон они, как они. Молодежь легла. Звездочку. Можете. Это вот Изумрудная долина. Наша. Хорошее место семейного отдыха. Перейдем на другую позицию. Мы начинаем спуск. Небольшое путешествие наше заканчивается. Надо успеть, чтобы все покатались. Попала. Кто хочет полетать на воздушном шаре, вот перед вами реклама. Так, один заходит. Все, на этом я заканчиваю. Пока.